Ладно, вот сейчас, короче, вообще ничего не было. Блин, мы же даже его поймали вроде один раз. Вот стоило кому-то лоханулся из нашей команды, все, вся команда летит. Ну не будем лишний раз показывать пальцем, кто это был. Вот, вот. Маленький из монстров. Вот, мне Мэгги наконец дали. Так, а я возьму... Хотя мне бы приоритетнее сейчас как раз таки призрака взять. Ой, фу, призрака, медика. Призрака. А я тех Хэнка возьму. Господи, дай нам открытую арену. Господи, дай нам открытую арену. Нет, мне реально нужна открытая, потому что у меня самые домашние скиллы это с неба, которые. Вот я прошлую катку вот очень хорошо справлялся за медика. Да. Ты бы сейчас хорошо справился, если бы нас кое-кто не подвел. Я всех лечил абсолютно. Ой. Смотри, он это на Приделина похож. На кого? Ну, это... На чужого, который из хищника вылез. А, кстати, похожий дизайн. Не, вот, не, вот именно голова вот очень хорошо похожа. Именно с этим скином или вообще? Именно вот с этим скином. Ну да. И у нас закрыта арена, я так понимаю, да? Угу. Так, я наверх. Где ты? А, вижу его. Уже? Да, вон там. А как цели помечать? А, на ку. На ку? А. Так, только осторожно, он может это выхватить нас. Выхватить нас? Андрей, я сейчас сам его схвачу за кое-что. Замаскировал вас. Где, черт возьми! Так, может спуститься туда и эти поставить? Исцеление возможно! Маскировка вышла из строя. Это должно помочь. Не трогай! Поймал меня. Так, все, мы трогаем его. Он меня трогает. Ну, в смысле, я его гарпунами поймал. Ой, блин. Давай, поднимай его, поднимай. Ай-яй-яй, он на меня. Ай-яй. Ой, он психанутый, Андрей, все. Ну, такой же, как я. Ой. Я ранена! Мне больно! Дейзи! Это Дейзи! Ау, я с тобой! Где Дейзи? Он меня убьет сейчас. Это мощные токсические бомбы. Андрю? Дейзи! Ранен? Ну, конечно, ранен. Надо не ранить. Чё-то мне кажется, против призрака мои гарпуны как-то не очень. Он очень мобильный, поэтому... Чёрт! Он меня достал! Он очень мобильный, это, похоже, призрак не новичок, поэтому... Действительно, с ним сложно, он очень грамотно действует. Ау! Блин. Ой-ой-ой, да я вообще ничего не понимаю, что происходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как же больно он дамажит. Да. Связь
Ай-яй-яй, ой, я вообще ничего не понимаю. Ау, больно. Блин, я подойти к нему не могу, потому что он добивает. Ау. Ну, мы броню ему сняли. Мы его сейчас пистолетами, Лёжа, завалим. Хотел сказать, завалим пистолетами, но... Маленькая Дейзи! Одна осталась живая. Видишь, просто вы все в группу собрались, мы попытались друг друга поднять, а он ударами дамажит сразу по области. Да, поэтому... Битва 2. Еще раз? Да, тут 3 раунда, я же говорю. А, все, я понял. Сражайтесь. Я за Дейзи. Я, конечно, немного не ту поддержку для арены был, но ладно. Надо было... Ловить ловушку! Так. Он ко мне идет, все, у меня борода. Что это? Блин. А может и нет. Теперь попробуй меня найти. Это должно помочь нам. Ау, больно. Больно, дура. Медик, подлечи меня. Я накидал гарпунов. Вроде держим. А, я вот. Или нет. Ого-го-го, как больно. Ага, спасибо. Исцеляющее поле готово. Ай-яй-яй-яй-яй! Спасибо! Вот. Я тебя исцелил! Ой-ой! Он меня сожрет сейчас! Дэнни, что ты медлишь? Исцеляющее поле готово! Вообще ничего не понимаю, что происходит. Ау! Услышь себя лучше? Ну, конечно! Пойдем! Ты не можешь отказаться! Исцеляющее поле готово! Так, брони почти нет у него. Давайте устроим взрыв! Исцеляющее поле готово! Граната пошла! Ау, меня бьет! Что, у него брони нет? Вот он психолоунутый там какой-то. А я уж. Он поймал меня. Я ничего не понимаю, что происходит. Он меня сейчас убьет. Я повесил. Меня Дейзи, что ли, подняла? Нет, кто-то из нас. Я уж похвалить хотел мою собаку. Медик, что ты медлишь? Где наш медик-то, я не пойму. Вот тут хорошо. Обладай меня! Капец, мы просто летаем по всей карте. Так и есть. Ой-ой-ой! Ты еще и живы сразу на этой внизу. На удивление. Так, исцеляющее поле готово. Я прозрел твою жизнь. Распорядись отведенным временем. Медик. Ай-я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 й-
Мы потеряли Мэгги! Вы меня потеряли. Ух уж этот медик. Меня добавили. Идет маскировка. Нет. Возвращайся к нам. Он меня воскресил. Неужели?
Неужели? Вставай, дружище! Он специально, смотри, он специально не добивает, чтобы мы туда подходили. Да. А нет, он меня не видит просто. Устройство Лазаруса активно. Исцеляющее поле готово. Он психанутый какой-то. Против грамотного призрака очень тяжело играть. Это имба какая-то. Я снова уязвим. В любом случае щит не работает. Исцеляющее поле. Ай-яй-яй-яй. Ой, как больно. Больно. Здесь что-то вообще нереальное происходит. Вышвырнул меня куда-то подальше. Теперь попробуй меня найти. Ну вообще, да? Психанутый. Давай же, указ. Вставай, вставай, вставай! Давайте убейте его уже. Исцеляющее поле готово. Сюда! Вот он стоит беспечно как-то. Золотай меня! Нормально им будет жить. Исцеляющее поле заряжено. Возможно, лучше дождаться себя. Чувствуешь себя лучше? Ай! Я ранен! Хорошая идея. Давайте добивайте его. А! У меня что-то сзади сожрало! Да! Мы выиграли, да? У нас еще один раунд впереди. Ну мы победили. Один раунд. Ну еще зато победили. Да. Если еще один победим, то выиграем. Ну я думаю. О нет, почему пещера? Нет. Моя орбиталка здесь бесполезна. Моя Дейзи бесполезна? Нет, моя орбиталка бесполезна. А. Ну что, куда прикрывать? Заправляю! Он психанутый какой-то. Он меня держит. Он что со мной делает? Андрей! Я о, мне очень плохо. Как он на меня накинулся? Я с тобой, Мэг! Ау, больно! Ты чего всей толпой-то меня-то пошли спасать? Он же по области бьет. Да, призрака, блин, убежишь. Бросаю гранату! Меня выкинуло куда-то в тему таракань. Я ранен! Еще буду делать. Намочил. Устройство Лазаруса заряжено! Никаких щитов! Прекрасно! Приготовимся к бою! Маскировка активна. Ой-ой-ой-ой! Зря я сюда спрыгнул. Че, ты мертв? Он там стоит, блин. И так легко, а, стоп. Мне воскресили как-то. Помогите! Помогите встать на ноги! Мне гарпуны на воду не ставятся. Да.
где он? Почему я все время на него лечу? Мы же еще эту ставим. Я продлил твою жизнь, воспоритесь отведенным временем. Теневого клона? Ну типа того, да. Смотрите, он жрет, просто жрет. Гарпуны и ловушки готовы. Устроить ловушку. Шарков, подлец. Что у меня? Я весь истекаю кровью. Где он? Медик, кстати. Гори, гори, гори. Ой-ой-ой-ой, у меня очень хорошо контрит. Помогите! Да, он хорошо дамажит. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Ну вот призраки, да, они с ними мало кто что понимает. А, то есть стрелять нельзя, пока я в невидимости, чтобы стать видимым. Так, когда ты стреляешь, ты становишься невидимым. Блин, ну то, что штурмовика умерло, это плохо. Так, у где нас ты? Урона, у нас урона не хватит. Ловушка установлена! Ты на меня надеешься, что ли, что я тут тащить буду? Ну да. Щитки даешь мне. И гарпуны ставлю, ладно. Блин. Теперь мы точно трупы. Все, мы трупы. Что будем делать, Андрей? Вообще наша жизнь на небесе. И пойду в долину светлой тени. Потому что ты со мной. Ой, их там много теперь стало. Это было роковой ошибкой. Медик! Спаси Дейзи! Спаси Дейзи! Ой-ой-ой, куда это он тебя потащил? Ай-ай-ай-ай-ай-ай, я опять ничего не понимаю. Блин, в какой же момент что-то пошло не так, а? Видимо, призрак собрался с теми мыслями, что они были в его маленькой голове. Ну да, мыслям-то некуда деваться, голова маленькая. Хотя вот из всех монстров призрак считается самому.